Насколько совместимы спорт, война и политика? Свою гражданскую позицию об украинском кризисе решили выразить бойцы-рукопашники. Под общим девизом «Рукопашный бой за мир на Донбассе» выступили около 100 спортсменов. Прошедшие первенство и чемпионат Омской области в новом сезоне послужили своеобразной разминкой, но сильной мотивацией. «Мы за спокойное небо над головой», — говорили представители военно-прикладного вида спорта. И на двух татами в детской юношеской школе имени Охрименко прошли действительно зрелищные поединки. Ведь мы видим, что происходит на Донбассе. Гибнут мирные жители и развязана гражданская война. Славянское население убивает друг друга. И вот сегодня парни, которые выступают здесь на соревнованиях, они же все это видят, они все это понимают. И, конечно же, это определенная лепта вносится в том, чтобы прекратить, наконец-то, кровопролитие, прекратить войну на Донбассе. Современный молодой вид единоборств, популярный за полноконтактные поединки, с каждым годом привлекает все больше молодежи. Совмещая ударную борцовскую технику, болевые приемы, такая система подготовки выбрала лучшее из арсенала мировых единоборств. Нередко в рукопашный бой приходят из панкратиона, греко-римской борьбы, кикбоксинга и карате. К соревнованиям долго готовился, что-то удавалось, что-то нет. Но мне кажется, я свое выступление расцениваю как не очень удачно, потому что пропустил вот удар. Ну, хотел под ноль выиграть, но не получилось. Областные соревнования прошли в 4 возрастных группах. На татами выходили и 12-летние бойцы, и совсем опытные участники, каждый со своей персональной установкой. Ну, несомненно, бойцы растут в плане своих спортивных достижений. На выездных турнирах показывают хорошие результаты. Вот. На сегодняшний момент наши первые номера, в основном, все травмированы, лечатся от разных там травм, переломов, там, вывихов и так далее. Готовятся к предыдущему. У нас будет в мае Кубок Омской области, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. По итогам областных чемпионата и первенства участники получат личные командные призы. Кроме этого, лучшие представители юных армейцев примут участие в первенстве Сибирского федерального округа в Новокузнецке с 20 по 22 февраля.